Всем привет! Сегодня я буду снимать Бравл Старс, и сейчас я только его скачал. Кстати, если вот там громко, делать потише. Я просто не разобрался, как пользоваться этим приложением. Саська, вы хотите узнать, что я сейчас использую для приложения, чтобы скачать, ну, чтобы снимать ролики через экран? Это X-Record. Если там 5 или 6 Android, вы лучше скачивайте, потому что я сейчас снимаю через свой планшет, который мне только что привезли. Ну как только что, час назад. Я пользуюсь им, у него 8 Android, все неплохо, в принципе. Кстати, в этой серии я, наверное, буду просто играть и разговаривать. Наверное, потом я сделаю длинный ролик, и я там все буду рассказывать. И мы с вами будем, например, очень много кубов. Я буду играть еще и так просто. Я буду, что я подойду, если что, к 1000, и буду апать 1000. Так, я сейчас уберу, чтобы он не мешал. И введу. Ну, у меня называется Damage UT канал. Блин, а жаль, что только захват кристаллов. Что дашечку хочется? Ну, боты, в принципе, слабые, они там фиг что сделают. Я просто уже знаю, как играть. Я уже... У меня 8К на основе. То есть, если вы хотите, я вам покажу свою основу. Я на него не буду выходить. Я просто зайду сюда, в эту комнату. И все. Ну, фиг. Нафиг, я просто сюда закину. Ну, я думаю, это не зря сделал. Это бота не играть совсем не умею. Кстати, если вы хотите, я буду снимать еще не только Brawl Stars, ведь у меня канал не только Brawl Stars, не будет не только по Brawl Stars. Может, я еще Майнкрафт буду снимать, Roblox тоже буду. Roblox очень крутой. Кстати, Brawl Stars поддерживается на Android 4.4.2. А как я это знал, потому что я знаю, просто в Play Market на компе. Итак, мы стащили первую карточку. Я в следующем ролике подключу Supercell ID. Ну ладно, я сейчас его подключу и вернусь. Итак, ребята, я подключил Supercell ID. Так, запись идет. Итак. Прохожу Supercell ID, и мне дают Барлея. Забираем его. Ну, это Барли. Они не особо нужны. Метатели такой себе. Ну, волшебник Барли окей. Я никогда не хочу себе купать алого волшебника Барли. Сразу куплю себе очки силы и пойду за Шелли первую каточку. На паузу поставил, чтобы вы не видели, просто я делаю. Ой, ох, я напугала. Я этот покет, блин, продамажу как бешеный. У меня есть лита, мне ничего не страшно. Первая сила, это, конечно, страшно. Мне шили на основе 10 уже. Теперь надо играть как нормальные проигроки. Нормальные проигроки. А, гему потерял. Окей, не страшно. Так, сколько у меня там видос идет? Я не знаю, сколько у меня видос идет. Напишите тайм-код, когда я начну играть катку. В комментариях. Оп. Я все гему забрал. Круто. Так, ребят, надо убить Покича, но не так, конечно, она такая себе.
Такая себе игра. Такой себе игрок Нита этот, но я, в принципе, не знаю, какой нормальный будет игрок здесь тащить. Нормальный бравлик. О, изи! Нита молодец, что продержалась. Мы с вами чуть прокачали себе Шелли. Теперь я забираю себе сундучок. На Шелли 22. 4 минуты до конца сезона, ребята. Я, ребята, наверное, поставлю на паузу. Набью себе еще кубасиков и вернусь, когда уже все будет нормально. Так, ребята, все. Магазином набился. Я специально не забирал. Ничего. Я забираю себе Ниту. Я забираю себе ящик один. Забираю себе еще столкновение. Открываю бокс. И бравлер, да? Нет. Смотри, бокс? Нет, нет. И в магазине нет бокса. Итак, ребята, на этом наша серия заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.